Слава, ну вот зайдем еще только в этот магазин и все. Точно все. Все, только кофточку мне купим и все. Дальше пойдем обувь выбирать. Юля, я уже не могу больше ходить по магазинам, я устал. Для меня это стресс. Слава, ну что ты ноешь-то? Мы всего 4 магазина обошли. О, померю вот эту вот жилетку. А ты пока в машине подожди. Юля, я подождал в машине, если бы у нас была машина. Ты же все деньги на шмотки тратишь. Слава, ну померь что-нибудь. Да я уже все тут померил. Это стена 5 метров, это 10. Потолки 2,70. Ну как тебе? Мне плохо. Я хочу сесть, а лучше лечь. А лучше вернуться в ЗАГС на 10 лет назад и сказать нет. Так, Брагин, ты во сколько вчера домой пришел? В 5 утра. Вот в 5 пришел, в 5 и уйдем. Сиди, жди. Простите, молодой человек, а вы не заняты? Вы знаете, нет, я совершенно свободен. А что вы хотите? А вы не посмотрите, как платье я на мне сидит. Я как раз в этом разбираюсь, я сейчас посмотрю. Я просто думаю, может быть, побольше? Не, поменьше надо, чтобы подчеркнуть, так сказать, ваши достоинства. Да какие достоинства? Вы это идите, а я вам сейчас подберу эмочку. Я закину вам эмочка. Слава! Ой, как мне плохо. Слава, ты мне кофту выбрал? Я в обморок упал, это в руку попало случайно. Пойду померю. Ой, как плохо-то. Ой, устал. А вы знаете, наверное, я все-таки это возьму. Да. Мне кажется, мне хорошо. Очень хорошо. А вам? Мне тоже хорошо. До свидания. Приходите к нам еще в магазин. Спасибо большое. До свидания. Юля! Юлечка, я к тебе сейчас зайду. Я раздетая. Ты раздетая? Я захожу, Юля. Слава, ты что? Давай не здесь. Здесь. Да давай не сейчас. Сейчас. Ну кто-нибудь увидит. Да никто не увидит. Все, пошли. Слава, почему мы воруем вещи, а не платим за них? Ну, потому что очередь на кассе огромная. Пошли домой. Да что мы будем дома-то делать? Юля, нам срочно нужно домой. Ну я еще туфли не выбрала. Да к черту туфли. Да ладно. Да.